Долгий час ее имя амаль было невядомое у нашей истории, але унесок этой особы у нашу культуру у целым и у житё не свежа у приватности тяжко переоценить. Сентиментальная и активная, и она стала первой у Великим князстве литовским женщиной-драматургом. Франтишка Уршуліна родилась в 1705 году и походила с князского роду Карибут-Вишневецких. Девчина отримала выдатную хатнюю адукацию, вольно володала несколькими мовами, цікавилась литературой. Тады же она начинала писать и первые власные верши. Своё 20-годие Франтишка Уршуля отзначила шлюбом с будущим великим гетманом Великого князства Литовского Михалом Казимиром Радзівілом, по мянушцы Рыбанька. Шлюб отрымался удалый и трывалый. Франтишка Уршуля, что поеднала роды Радзівілов и Вишневецких, палка кахала мужа и присвячала ему шматликие поэтичные послания. Неузабаве карету молодых сустракала родовая резиденция Радзівілов, стародавний Нясвіж. Тут Франтишка Уршуля становится паунаправной господиней. Далейший культурный розквіт старейшей Радзівіловской вотчины будет цалком звязаны с ее именем. Неспешный и бездейно житёвый лад Нясвіжской шляхты нияк не мог задоволить узнёслую энергичную девчину, выхованную на законах христианской морали и духовных каштовностях. Тому Франтишка Уршуля с головой окунулася не у мясцовые забавы, а у господарчие клопоты. Банями Франтишки Уршулі Радзівіл были упорядкованы интерьеры Нясвіжского замка, обновленная знакомитая друкарня, приведены в добрый стан архив. А проч того, шмат высілкаў было скировано на замковую библиотеку, якая намаганнями новой господини повеличилася до 9000 томов. Разом с тем Франтишка Уршуля протягивала писать. Апроч поэтичных листов захаваліся верши, сатирычные миниатюры. А не у забаве, и она закахается еще в одну форму мастацтва – театр. У 1740 году в Нясвіж приехала иншоземная театральная трупа. Але показанный спектакль расчаровал княгиню. Менавіта тады з уласцівай ёй энергией Франтишка Уршуля вырашае створить уласны замковый театр. И пьесы для его будет писать самостоятельно. Первую комедию Франтишки Урсулі «Достипное кохання» показывали на день рождения ее мужа, князя Михала Казиміра Рыбаньки, под открытым небом. Знатные гости и святары сидели на канапах, а простая шляхта толпилася вокруг сцены. А дейными особами были пастухи, пастушки, лекар, орликина и старожитные боги. Со сцены гучали достипные припевки, веншевальные верши, жарты. И видовище надзвичай сподобалось всем присутным, а поспех этой постановки умацаваў господиню Нясвіжского замку у намеры створить сапраўдный театр. Захопленная поспехом этой постановки, княгиня увесь свой час кировая на развитие Радзівіловского театра. До удела у им она захвочивая свое ближайшее оточение, свояков мужа, гостей из замка, выкладчиков танцев и спевов. У массовых сценах берут удел замковые слуги и навод звычайные местечи. Коли б с допомогой машины часу мы перенеслися у тые дни, мы б убачили на березе Стучного озера адмысловый будинок, заля якого освітлялася 50 ліхтарами.
Багатая заслона оздаблялася гербами Радзівілаў. Мы б убачили, что разом с акторами, в роли яких выступали звычайно таленавітыя сяляне навакольных вёсак, на сцену выходзілі самі Радзівілы. У зале граў аркестр з некалькіх дзесяткаў музыкаў. Аднаго з іх, найбольш таленавітага Яна Цынцыловіча, Радзівілы адправілі вучыцца ў Італію, а потым прызначылі кіраўніком свайго аркестра. Драматургічная спадчына Францішкі Уршулі Радзівіл складае 16 п'есаў, сярод якіх камедыі, трагедыі і оперныя лібрэта. З іх самыя вядомыя «Дасціпнае каханне», «Справа Божага лёсу», «Золата ў полымі» ды іншыя. Яны былі створаныя на польскай, італьянскай, французскай і нямецкай мовах, але простыя людзі у спектаклях вельмі часта гаварылі на сваёй мове па-беларуску. На жаль, здароўе княгіні на той час было ўжо моцна падарванае некалькімі няўдалымі цяжарнасцямі. У 1753 годзе перапыняецца зямны шлях Францішкі Уршулі Радзівіл з роду вішнявецкіх. Францішка Уршуля, вельмі плённа працуючы ў літаратуры, стаўшы першай жанчынай-драматургам Рэчы Паспалітай, разам з тым была адданай жонкай і клапатлівай маці. Яна нарадзіла князю Міхалу Казіміру 36 дзяцей. На жаль, большасць з іх памерлі маленькімі, і выгадаваць удалося толькі аднаго, таго князя Радзівіла, які увойдзе ў гісторыю пад мянушкай пані каханку. Францішка Уршуля Радзівіл. Добры прыклад таго, што можа зрабіць для краіны, для айчыны, для культуры разумная, адукаваная і багатая жанчына. Не сібарыцкае жыццё, не катанне там на мядзведзях, на санях, запрэжаных мядзведзямі па дарозе, высыпанай соллю. Не раскошныя балі, не сібарыцкае гэта жыццё весь час, а разумовая творчая праца. Праца над драматургіяй, праца над культурай. Гэта файна, гэта сапраўдная арыстакратыя. Арыстакратыя не толькі маёнтку, а арыстакратыя духа. Дарэчы, я вычытаў такі цікавы прыклад. У сярэднявеччы у Англіі пакаралі смерцю адну арыстакратку за распусту. І пры судзе было напісана: пакарана смерцю для таго, каб не падавала злы прыклад просталюдзінам. Гэта рэдкія выпадкі, але гэта вот разуменне еўрапейскім духу сапраўднай арыстакратыі. І ў гэтым плане Уршуля Радзівіл была арыстакраткай. Як фармальна, так і сапраўдна была арыстакраткай духу.